Почти 4 часа потребовалось, чтобы локализовать крупный пожар в строящемся здании, которое должно было стать самым высоким в Центральной Азии. Его возводят в столице Казахстана. Пламя, охватившее сразу 15 этажей небоскреба Абу-Даби Плаза, было видно на километры вокруг. Несколько раз ночное небо Астаны озаряли яркие вспышки взрывов. Уважаемые друзья, к месту ЧП стянули почти десятки пожарных расчетов, воздух подняли вертолеты, из здания эвакуировали около 150 человек. Никто не пострадал. По предварительной версии, из-за дизельных тепловых установок вспыхнули брезентовые пологи и деревянные строительные конструкции. По ним пламя распространилось в огромной площади в считанные минуты.